Привет! Я сегодня расскажу вам, что такое хедмейн. Хедмейн – это такие работы, которые делают своими руками, творческими. У нас в Нижнем есть знакомая моей бабушки, тетя Лариса. Она художник. Она нам нарисовала вот такую картину. Видите, вот. Еще на яйце вот такую церковь. И нарисовала вот такую кошечку Снежку и собачку Умку. Но их уже нет. Тетя Лариса их нам нарисовала, и осталась вот такая память их. Вот это все, это хедмейн. Это такие работы своими руками. А сейчас я вам покажу кружку, которую делала тетя Дина, моя тетя. Это тоже хедмейн. Ради вас я одел свитер под такой жарюки, чтобы вам показать, какой мне бабушка связала свитер. Вот. Он еще с капюшоном. Вот. Это... тоже хедмейн. Потому что такого свитера больше нет. Только у меня такой есть. У нас есть вот такая еще бутылочка. Бутылка такая. И это тоже хедмейн. Это бисерная работа. Вот это виноград. А вот эта подставка под календарь, смотри, и градусник вот такой. Вот это тоже сделано своими руками. Вот такая шкатулочка. И вот такая шкатулочка в виде сундучка. И там у меня лежит Дженго. Дженго такой, немножко высыпал. А вот это сделала моя сестричка Настя. Вот. Это тоже работы. Других таких нет. Это делала моя бабушка. Вот это все, что я вам показал, это хендмейн. И эта работа, она хорошо ценится. И ее даже можно продавать, вот это все. Если бы бабушка сделала выкройку, пошила 10 фартуков, и это бы не было хедмейном. Потому что они все одинаковые были бы. Занимайтесь творчеством.